Захару, выбери самую красивую казашку. В Астане уже 2 дня красивые и умные девушки со всего Казахстана пытаются удивить жюри, во главе которого продюсер Баян Есентаева. Умение дефилировать, танцевать и петь приветствуется. Однако требования к конкурсанткам куда жестче. Обязательно знание казахского языка, национальных традиций, истории Казахстана, литературы, рост не ниже 170 сантиметров и длинные волосы. Для многих участниц попробовать себя в таком конкурсе – самая заветная мечта. А вот у кого она сбудется, станет известно уже 22 марта. Главную информационную поддержку конкурса оказывает агентство «Хабар». В этом году конкурс впервые пройдет в Астане. До этого 3 года он проводился в Алматы. Всего мы провели 2 кастинга в Астане и Алматы, и, честно говоря, думали, что здесь интерес будет невысоким. И нас порадовало не только количество девушек, желающих принять участие, но и их интеллект. Я участвовала во многих конкурсах, но этот особенный, так как здесь выбирают именно самую красивую казашку. Я 3 года смотрела «Казаха Роа» и готовилась. Думаю, сейчас я на все 100% готова конкурировать с другими участницами.